Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер, Мони Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будни дальнобойщика. Это просто охуенно. Да, давно не было, два дня не было будни дальнобойщика или три. Чуваки, давайте поактивнее, если хотите увидеть эту рубрику на канале, то есть будни дальнобойщика, чтобы я снимал. Конечно, у меня нету фурии, езжу на газоне, но бывает что-то в серии интересное происходит. Надеюсь, сегодня будет тоже что-нибудь интересное. Сейчас бы штраф получить, чувак, дай проехать. Но это было близко, кстати. Я сейчас возьму газон, если хотите видеть эту рубрику. Сука, ублюдок. Если хотите увидеть эту рубрику на канале, то ставьте лайки и пишите комментарии, в принципе. Заебали эти скутеристы, бля, я сейчас ему нащелкаю, сука. Но это не точно. Или точно. Или иди нахуй. Так, тупая. Чё, сука? Чё, сука? Блюдок, мать твою. Иди сюда, сука. Ты, сука, бегаешь, блядь. Задолбал этот чувак, реально. Что ты, блядь, прячешься, нахуй? За моей же машиной, сука. Ублюдок. Ну реально, увидели, он сам, блядь, меня врезался. Не знаю, видели вы это или нет. И начал меня мутузить. Стой. Чё? Что? Что, братишка? Чё? А, снимаешь? Да. Да, чувак, я снимаю. Привет тебе, Иван Бенсон. Бенсон. Ладно, поехали, возьму уже нас газончик и поедем. Такая пизделка у нас образовалась на дороге. По-другому это не сказать. В принципе, ну, я не люблю военных. Ну, я их и так не люблю, как бы, но... Он еще меня мутузить начал, ну как бы я на ВЧ хожу, ну понимаете, военных не люблю, все дела. Но я убил его не из-за того, что он как бы военный, а из-за того, что он врезался в меня. И якобы я был виноват, что он, сука, выехал на своем розовом ебаном скутере на встречку. Или какой у него там был он. Поэтому я не знаю. Тут он виноват, я думаю, больше всего. Он первый начал меня бить, как бы. А я уже потом оружие достал и начал его хуярить. О, почти BMW, это цвет вроде как у меня, да. Да-да-да, как у меня. Давайте возьмем газон. О, да. 2500 рублей. Почта России. Спасибо. Вот мы уже выезжаем из базы дальнобоев. Сейчас не знаю, куда нам выпадет груз. Чувак, на Мерсе опасный, блядь. Так. 2400. Мне интересно, вообще кто туда ходит? Вот реально, он стоит там. Я ни разу туда не ходил, на самом деле. Не, один раз, может, было. За 8 месяцев один раз может было. Играю. В сентябре. Я, по-моему, в середине сентября или в конце начал играть, короче. Ну, это сейчас не важно. Всем похуй. У нас будет дальнобойщик. Давайте братцу напишем. Всем привет. О, Артём, Елов, привет тебе. Данир Мануров. Привет тебе, Дмитрий. Каспер, привет тебе, Стив. Чё только что было? Чё она только что подпрыгнула? Кирилл, передай привет. Иван Бенсон. Передал. Передал. Марк Шура, привет тебе. Шура. Я хоть правильно прочитал, интересно? Ладно, поехали, в принципе. Кирилл Азимову приду, привет, короче. Привет, Ютуб. Данир Мануров передал тебе. Тимоха Домино передал. О, Тимоха Домино в натуре. Лол. Передал. Кирилл, передай привет мне. Алексей Хамов, привет тебе. Иван Хрездов, привет тебе. Марк передавал привет. И к чему вы все это? Ладно. Привет, Ютуб. Максим Лодович. Привет тебе, Макс. Валисов, привет тебе.
so I keep a joint, lit that rhymes. T-shirt, same color as my skin, that's why. Last name, 10 cup, they say. Я один ничего не понимаю, ну, бывает. Так, я уже доезжаю практически до Анашана. Нам надо в этот, в южный. Южный, южный мой центральный, дорогой мой. Ебать ты опасный, сука. Это жалко чувака стало. Ладно. Он, в принципе, не сломался, так бы я его подвез. Но это не точно. Ладно, погнали. Мы погнали. Александр Чепкасов? Он у нас кто? А, в администрацию? Нихуя себе. Вот это пацан поднялся. А кто он вообще? Хуй там, да? Да, вообще тут не написано вообще. Так. Заторы, сука, блять. Бомбит, сука. Блять, съебись ты нахуй, сука! Педрила, блять, ебаная, сука. Блять, заебал нахуй. Ох ты, педрила, сука. Сука, макака ебаная. Сергей какой-то. Я сейчас выйду, ему пизду и дам, отвечаю. Бля, лечение 600 рублей. Горбер среди белого дня, пацаны, бля. Так, выходим. Все, ему пизда, отвечаю. Беру вертолет нахуй, еду ему пизды давай. Так, пизда тебе, сука. Пизда. Так, берем вверх. Так, арендовать. Все, летим, блядь, убивать эту глушу. Питерские разборки, блядь. Я даже не успел доехать до моста, ёб твою налево. Где это за лупа, блядь? В пиджаке. Стоп, не, какая-то другая залупа. Ладно, его здесь нету. Тогда полетели обратно, возьмем наш грузовик и продолжим наш рейс. Иван Гриздов, привет тебе. Так, идем на посадку. На посадку и... Заебись. Припарковался. Еще парашют ухватил, блядь. Это за аренду, блядь, сучки. Так, кто там привет просил передать? Александр Намов, привет тебе. Лихамов. Дмитрий Каспер, привет тебе. Руслан Тайву, привет тебе. Питбург, ты какой ладонебоя? Рой. Лол. Так, дай мне. Сука. Смотри, какой аппарат, пацаны. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Машина моей мечты. Урт 00088. Каев. Ты Мерин свой бросил. Кстати, тут Мерин что-то без номеров заезжал. Что-то ему не повезло, походу. Ладно. Время, надеюсь, прошло. Так, и снова 10 тысяч в жопу. Заебца. У нас зато есть парашют, блядь. Если что, с моста прыгнем. Нахуя только, я не знаю. Но мы прыгнем. И снова мы здесь. И снова я сейчас разъебусь, и меня убьют. Надеюсь, нет, конечно. Сейчас уже доедем, возьмем рейс, блядь, наконец-то. Потому что немного пуканчик мой подгорает, да. Да. Именно так. Ёпта, бля, аккуратно. Аккуратно. Аккуратненько. Там машину. Чё, блядь? Чё это только что было? Ну, посовкаться машину всегда какая-то хуйня, она цепляется постоянно. Могли бы это уже профиксить, в принципе, да. Дагестан, Дагестан, Дагестан. Так, погнали. Я надеюсь, сейчас я не перевернусь. Я хочу потом кое-что попробовать. Вот, блядь, надеюсь, я не перевернусь. Надеюсь, прям. Прям надеюсь. Аккуратненько. Аккуратненько едем. Бенз есть. Мотор вроде заведенный. Дым идет. Все нормально. Блядь, понаставляй свои брички, нахуй. Боком хуй зайдешь. О! Вот это я понимаю, мощь. Мощи.
Бернаут, да, зеленый, вперед, из песней. Аккуратно, блядь, сука. Ебать, у него разворот, блядь. Радиус разворота больше, чем у моего Rolls-Royce. Хотя, бля, по размеру они, по-моему, одинаковые. Хотя, хуй его знает, надо будет проверить, кстати. По-любому. Тормози, Гриша. Сменил ник на Рауслан Монтана. Нихуя себе. Бласборс. Зачем, вот я не понимаю, зачем заходить на сервер, блядь? Потом, типа, ты прокачался и ставишь нормальный ник. Сейчас бы, блядь, по аптечке ехать, долбоёб на десятки, сука. Кстати, чуваки, кто может сделать классное 3D интро для моего канала, то есть здесь сейчас видос идет Kirill Game, то, пожалуйста, пишите мне в ЛС, пожалуйста, кто может бесплатно сделать, потому что у меня денег как бы нету. И кто может сделать крутое 3D интро классное, то обязательно пишите мне в ВК, буду очень благодарен. Потому что дома вас заебал уже это интро, какое сейчас на канале. Ебать попрыгунчик, сука. Так, я хочу сейчас реализовать то, что я хотел сделать. Думаю, сейчас догадаются, что я хочу сделать, но... Мне кажется, сейчас будет пиздец просто. Тихо. 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 Так. Нужен красивый кадр. Во, заебца. Я вообще не собирался ни скринить, ну ладно. Я хотел... Нет, нет! Сука, чуть не перевернулся, блядь. Давай. Не, до пизды на G3 получалось, и так не получилось. Постой. Во-во. Вот это я понимаю, блядь. Дальнобойщик, сука. Та-та-та-ра-та-ра-та. Сейчас вернусь, я вообще так охуею. Здравствуй, небо за облака. На-ра-на-ра. Вообще-то, блядь, другая песня. Ладно, похуй. Ух ты, блядь, дрист. Дрист на двух колесах, пацаны. Лайки. Лайки. Годный контент, блядь. Надо это, скриншот делать. Надо скриншоты ебашить. Сейчас перенёмся куда. Отсечка, блядь. Давай, давай. Бать у него, блядь, кардан нахуй, блядь, большой. Я ебу. Смотрите на это, на эти размеры, блядь. Как моя пиписька, она. Так. No! Yes, мазафака! О, да, детка. Садись, братан, подвезу нахуй. Конечно, я прям туда еду. Ещё, блядь, глянуть бы, куда я еду вообще нахуй. Так, стоп. Ща, глянем, куда еду вообще. А, та, вообще близко. Полетели. Ты фейк? Нет. В серии себя увидишь. В серии себя увидишь, Данил Злобин, привет тебе. Погнали, короче, отвезем его в Арзамас и заодно отвезем этот груз. Хотя нас пусто, но... да, все, погнали. Данилка передает привет всем тем, кто его знает. Сейчас чат открою, блядь, просто повороте чат. Мама, я в телевизоре. Да, ты в домофоне. Шутка не прошла. Витя в чате писал. Ладно, поехали. Ну, серия, думаю, получилась довольно-таки классная. Боком, нахуй. Дрист. Да. Король дрифтинга. Отвечаю. Блин, только что так тачку разъебал, пацаны. Вы бы только видели. Хотя, думаю, вы видели, в принципе. Ладно. Красный, господи Иисусе. Фух. Думал, пизда. Так, зеленый. Ну то стоило вот это тормозить, блядь, чтобы 2 секунды постоять. Тут, сука, стоит сракер, блядь. Стой! Стоять, нахуй. Вот это гонщика включил, а? Все равно сейчас поворачивает. Пока, лузер. Я сейчас брал себе в дерево влетел, блядь.
Знаете, как в фильмах, типа, блядь, ну вы поняли, думаю, понимаете, о чем я говорю, типа, кого-то там подъебал, типа, или послал, такой на выебоне и в дерево там, или, блядь, ну вы поняли эту фишку. Ну что ж, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, обязательно заходите на CRI и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm all